Всем привет! С вами канал Enjoy PTV, и мы продолжаем задание наше на Стеросе. Поворот не сработал. Во вселенной Mass Effect. Да. Эх, игры. Ти-ти-ти-ти. А враги? Опять где ты, а? Бынька. Давай-то. Банзай. Будем разносить поэтапно. Одного за другим. Да-да. Везде есть свой подход. Ведь... Помри. На-ба. На-на. Это вот мы добьем вручную. И, насколько я помню, мы уже должны идти в Надежду Чжу опять. Чжу. Чтобы разобраться с некой формой жизни, которую изучал экзогений. Некий тарианин. Некая... Все, добиваем его. На. Все, готово. Полетел на ошметки. Ну, не ладно, все равно прикольно. Ага. А, да, нам еще нужно не убить колонистов. Модель хаски странная. Нет, не сюда. На тебе. Никакая инфекция не может до такой степени изменить человека. Что же здесь происходит? Колонистов не трогать. Даже если тарианин заставит их стрелять в нас. Для этого и нужны газовые гранаты. Как скажете, Шепард. 16 живых. Ох, мать моя. Что-то странно они тут делают, какие-то зомби. Да, надо было прокачать пистолет. Они капец живучие. Давай, Рекс, фигачь их. Лиара, сфигли ты с этим? Давай автомат бери. А нет, ты оставайся с этим. Вот, а то начала там. Парс. Да, они стали еще плотнее. Они-то и раньше были не такие уж легкие. Такс. Тут зачистили. Так, чуваки. Панк. Извини. Пришлось вырубить.
Надеюсь, я не убил его ударом одним. Я просто дал ему в челюсть. Или в голову, не знаю. Кстати, я времени засек, да? Но по-любому разобраться с Тарианином, возможно, поговорить со всеми на корабле и закончить на этом. Опять вы. Стоит там, кричит нам. Лежать. Ну, колонист-то жив. То есть можно было их вырубить просто. Пэньк. Пока никто не пострадал. Блин. Перегрев не вовремя. Ты ебьешь, да, молодец. Надо посмотреть, боже, что он там написал. Вперед. Нате вам. Нате вам. На тебе. Блин, офигеть, я их даже... Блин, а я не сохранился. Чё вообще вперед пополз? И где у меня последнее сохранение? Ну, хоть здесь. Опасные тарианины, слушайте. Зря их недооцениваю. То есть теоретически их можно просто вырубать. Ага. Можно их не убивать даже. Кто здесь выжил? Че, еще жив? На-на. Стой, господи. Ничего не изменилось. Блин, Лиара опять откинулась. Блин, тарианин это что-то жестоко, что-то с чем-то. А я переживал, что серия будет короткой. Нормально. Вставай, лентяйка. Нате лечение. Черт. Да отойди ты от стены-то. Нате. На. Блин, Диара валяется. Бесполезный кусок Азари. Готово. А, это... Бедные колонисты. Давай пока отступаем. Давай, бей их. Давай, Рекс, выхлёстывай. Только не стой мне под ногами, а пожалуйста, Рекс.
Они органические или неорганические? Вроде органические. Давай, Ляра, вставай. Я буду бить их всем, чем могу. Но против них пятерка хорошо работает. Такс. Бэнк. Еще двое. Блин, а чё их так много-то? Да столько тырянина, блин. Давай, 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 не давай им вставать. Просто помрите, я сейчас пробиваю хоть чуть-чуть. Давайте, давайте. Блин, они очень плотные. Соперники они очень опасные. Давай бей его. Ну, используй. Блин. На. Такс. Нельзя сохранить. Ладно, идем вперед. Это панель управления экраном, Шепард. Вы умеете с ним обращаться? Собака. Чтобы использовать ее в бою. А кто еще? В смысле в бою? А кто? На, бой уже закончился. Так, теперь мне надо... Оу, это мы потом... А, я хотел просто начинку гранаты сменить. Вот, фугасная. Давай. И вот нам открывается путь к Тарианинам. Я сопротивлялся, но он проникает прямо в голову. Вы не знаете, что это за боль. Я должен был быть лидером. Эти люди доверяли мне. Он заставляет остановить тебя. Я не буду. Правильно, я уж спас же. Я не буду. А гранату кинуть на него ты не мог, да? Так на лицо ему. Пых. Чё, всё? Ну ладно, новая дорожка у нас. Хотя, стойте, ну раз нам столько всего повыпадало, что у нас здесь полезного есть? Только все на продажу, да? Импульсное ружье, ничего. Ничего, ничего, ничего. Все продам. Заработаю кучу бабосиков. У недели у меня прям вообще дофига, я не знаю, что с ним делать. Я даже столько уже не потрачу. При всем желании. Постараться, конечно, можно, но... Почему тебе пистолет? Я же тебе автомат давал. Возьми автомат, Лиара. Чего, отступника дали за что-то?
Не понял. Чуть-чуть дали отступ. О, я почти максимум. Надо вот это прокачать. То я мог решить, блин, проблему, а в итоге пристрелил чувака ни за что. А возможно, он был бы в следующих диалогах, откуда я знаю. В будущем бы ему встретил, сказал, извини, чувак, я знаю, что я был козлом отпущения, ну что поделать. Хорошо, нам нужно только найти это существо и выяснить, что оно... Это отвратительно. Ни разу в жизни я не видел такого растения. Похоже, у нас проблемы. Еще какие? Стойте, нарушители покоя! Ни шагу вперед! Тысячи щупалец опутают ваши тела, достойные лишь того, чтобы после гниения стать пищей. Я говорю от имени старого корня, как говорила от имени Сарена. Вы предстали перед Тарианином. Он повелевает вам восхищаться им. Ты что-то дал Сарену? То, что я ищу. Сарен искал знания древних. Старый корень прислушался к созданию из плоти впервые за долгий период. Был проведен обмен. Затем холодные стали убивать созданий из плоти. Тех, кто должен был стать основой следующего периода. Тех, кто достался мне по праву. Старый корень видит вокруг тебя воздух лжи. Он больше не слушает. Я не позволю тебе держать людей в рабстве. Отпусти их. Немедленно. Тарианин больше не слушает вечно спешащих. Ваша жизнь коротка, но продолжается слишком долго. Ага. Твоя кровь пропитает землю и породит новые ростки. Пью. Ушла. Опа. Прям за спины напали, да? Могли бы хоть в лоб пойти. Блин, надо обшивку для патрон сменить. Урон минус 20%. Ништяк вообще. Проникновение щитов. Проникновение щитов, урон синтета, урон органическим противникам. Во! Чё, Тарианин? Ёж-макарёж. Блин! Я даже снутри сохраниться не смог. А чё их так много? Вот это возьму. Какой-то дополнительный урон, блин. Яра, ты взяла автомат, молодец. Блин, заранного этого корня слушать, господи. Чё так сильно жахнуло, не понял. Хорошо, это... Да-да-да, давай, выплёвывай её. Стой!
той тьмы. Я говорю о ты. Затем холодные стали. Я не... Твоя кровь пропитает землю и породит новые ростки. А, отпускай ее там куда-нибудь. Парц. Шепард, здесь что-то есть. Какой-то нарост. Парц. Лежать, сказал. И ты лежать. Дартс. Дартс. Рискованно было. Один такой плевок, и мне кирдык. Да и Рекс, он уже на исходе. Чё, нравится Тарианин? Нравится? Страдай. Что, корешок, не нравится? Еще пару узлов, и тебе хана. Да, мог бы я отсюда попасть, я бы тебя убил. Опять ее выплевал. Вставать будете, не будете? А, блин. Неужели смерть? К счастью, кого-то я Рекса убил. Опа. Все, можно подымать их. Капец, она дикая. Рекс, ты не хочешь помочь встать там, не знаю. Понимаю, возможно, ты лежишь, тебе нормально. Но нифига не так. Рекс, Рекс, Рекс. На птички на исходе еще. Натя, натя, корешочек. Натя. Опа! Чёрт! Один плевок, и я труп. Очень сложно, ребята, очень-очень. Причём я же не подумал, что вот прокачал пистолет, как бы, и толку там нет от него. Ну-ка. Бань. Я аж нажал, чтобы он не помер сразу. Давай. Сражайся, Рекс. Там еще один есть.
На, лежи. Стой лежать, значит лежи. Да, мало у меня способностей против. Опа, а что здесь мышка делает? Какая-то мышка появилась. Видно бага. Дробовик, дробовик, штурмовая винтовка. Ну мы, наверное, это глянем. Все, потом. 7-6. Штурмовая винтовка. Ничего полезного нет, это я все продам. Это уже без обсуждений даже. Так, давайте пойдемте дальше. А, корешок. Чё-то рянин. Кто-то сзади вылез? Или где вы? Ну, где твои товарищи? Они тут. Ой, уровень, уровень. Давайте, держим снаружи, держим оборону возле двери. Сливай, пока лежит. Мимо, мимо, мимо. Так, сдержись. Блин, мы сейчас все аптечки потратим, ну что делать? В принципе, аптечки можно будет на Нормандии подправить. Подойти. Нет. Минус Ляра. Не успевай, я хочу спасать. Вставай. Алец. У тебя же есть восстановление. Так. Я даже не знаю, что нужно использовать, какой усилитель, чтобы против Тарианина выдержать. Ну, в смысле, лоз... вот этого. Лозы Тарианина. Который меня с одного плевка выделывает. А, не ожидал, да, не ожидал. Неприятно, да, вот, мне тоже неприятно. Собаки. В идеале бы они просто били бы по этому... Как его? Биотиками их. Непа, не. Вот это, да? Вот это подстава. Где тут выход, если что? Уходим, 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 уходим. Ходу, ходу, ребята, ходу. Слишком много. Слишком много. Мы отступаем и забиваем, ребята. Держим оборону как можем. Мы прорвемся, он же не может их вечно спамить. Фига себе, это кто? Ты его отправил? А, кстати, у нас же уровень. Черт, назад, назад, назад. Чего у нас так-то много уже стало? Смотрите, они прям пачками там ползут. Давай. Даже пальцы устал. Нет их, так, сейчас быстро надо прокачаться. Вот это прокачаться, чтобы не забыть. Блин, так обидно было. Повышает обаяние, для этого диалога появляется новый вариант. Ну, господи, это только скидки же дает. А нет, тоже новые варианты. Молодец. Я бью, чем могу. Даже мои способности, то, что видите, их не бьют, все равно чуть-чуть ходят. Давай, выбегай. Кто там? Ну, давай же.
На тебе. Стой, Лиара. Кто-нибудь. Давай, Рекс, это. Во! Один плевок, я был бы уже все. Я бы окочурился. Почему я так плохо использую свои биотические способности? Почему я должен говорить, что делать? Рекс, у тебя же вон. Давай вот это. Вот, против толпы. Сам а то, блин, придется самому разруливать. А, очки падают. Буду сам разруливать все эти способности, раз они сами не могут. Я-то думал, что дать им свободу воли, выбора, там, они там то делают, все делают. А они тупят вообще по-жесткому. Как подставляют меня. Две аптечки осталось. Вообще ништяк. Чё б нет-то? На. Где-то последний его корешок остался. Никто не очухался. Чё, Тарианин? Не с тем ты связался. И как растение ты довольно неадекватный. Средняя броня, легкая броня. Ничего полезного. О, аптечки. Так, давай, Лиара, сюда. Рекс, давай туда жахай вот этим снарядом. Рекс? Ты давай его. Пуньк. Где Рекс? Почему эта ящица бездействует? Ну или что это такое? Так, давай, Лиара его. На! Полетел! На тебе! На тебе! И тебе на! Всем достанется! Да, пистолеты против Тарианина вообще ничто. Черт, еще лезут. Отступаем. Давайте его. Опа. А это пусть умрет там. Так, сейчас она еще одна должна выплюнуть. Рекс. Лиара. Молодцы, ребята. Вот сразу видно тимворк, а то ничего сделать не могут сами по себе. Блин, ну очень сложный бой, слушайте. Буквально один промах и все. И мы трупы. Давай его отправляй туда. Я же сказал отправить его куда-нибудь. Вот, пусть летает. На это отправим вообще в кому. Вот у Лиары очень полезные способности есть. Отталкивающе там, заталкивающе. Братанин, валяйся. Что это такое? Отражение увеличивает. На. Фух, еще где-то один остался. Вот то-то же. Не с теми ты связался, цветочек. Ой, не с теми. Ну, почти конец.
скоро этот монстр свалится. А где еще остался? Там, что ли? Ой, так лом всего лишь. На. На. Черт, 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 черт. Да ладно. Я в текстурах застрял, ну капец. Я дебил, да? Так далеко. Я же мог спокойно все это разрулить. А теперь еще и Лиара умерла. Давай. Лечись. Сюда, давай, давай, давай. Убей его, я не знаю, этим. На этого, вот этим. Все, нету его. Они так тяжело умирают, вообще ужас. Давай, Рек.